На днях в Владикавказе прошел чемпионат России по тяжелой атлетике. По итогам соревнований представительница Чуваши Наталья Хлесткина включена в состав национальной команды, которая будет готовиться к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики. Как отметил главный тренер сборной команды России по тяжелой атлетике Александр Видов, вместе с Натальей представлять нашу страну на Олимпийских играх будут четырехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, рекордсменка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2012 Татьяна Каширина и другие именитые спортсмены. Напомню, на чемпионате России по тяжелой атлетике, который считается промежуточным этапом подготовки к Олимпийским играм, Наталья Хлесткина по сумме двоеборья завоевала бронзу в весовой категории до 63 килограмм. А в середине апреля наша землячка впервые завоевала титул чемпионки Европы.